Приветствую, дорогие друзья, на канале AndroHacker. Сегодня я вам покажу, как удалить рекламу при скачивании приложений. Наверняка вы видели, когда вы заходите, к примеру, в тот же самый Play Market для того, чтобы скачать какую-то интересную игрушку. Я сейчас абсолютно любое что-то скачаю, что только могу видеть, чтобы и меньше занимало. Имейте очень много. Давайте какое-то приложение выберем. Вот, к примеру, Instagram, да, и нажимаем «Установить». Когда мы его устанавливаем, у нас рекламка появится, когда мы нажмем «Открыть». Очень много различной рекламы выскакивает. Это, блин, насколько надоедает вот здесь вот. Видите, сейчас оно у меня... Ага, вот выскочило, видите? То есть вот здесь вот постоянно выскакивает реклама. Она может вот здесь, и она, ну, реально надоедает. Для того, чтобы она вас... не раздражало, вам не надоедало, в правом верхнем углу, когда вы вот здесь находитесь, есть шестеренка вот такая. Оно скрытое, но вы увидите. Вот такая вот шестеренка. Кликаем по этой шестеренке, и здесь вот пунктик «Дополнительных настройках». «Получать рекомендации». И мы вот этот вот пунктик отключаем. Таким образом, когда мы опять-таки будем что-то скачивать, давайте вот вернемся назад, к примеру, Facebook. Не Facebook, он у нас установлен здесь. Давайте тот же самый AliExpress скачаем, посмотрим, появится ли у нас теперь реклама или нет. Может появиться, потому что я не закрыл, не обновил. И вот эти вот настройки могли не вступить в силу. Но мы сейчас посмотрим это все, друзья. И протестируем. Видите, идет установочка, быстренько устанавливается. Скорость хорошая, Wi-Fi хороший, оперативка хорошая. И как вы видите, рекламы больше у нас нет. То есть идет проверка. А соответственно, рекламы вот здесь мы не обнаружим, потому что в правом верхнем углу у нас шестеренка, мы нажали на вот эту вот шестереночку, и мы, видите, отключили получать рекомендации. Под получать рекомендациями это была, как вы видите, реклама. Вот эту вот хитрую настройку разработчики прячут здесь, потому что на телефоне мы все находим, да. И таким образом вы видите, как быстро отключить рекламу. Надеюсь, это вам видео реально понравилось и пригодится в дальнейшем использовании. Ставьте лайки, поддерживайте мой канал. Всем пока, всем добра.